Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски с огурцом и овсяными хлопьями. Большинство людей ошибочно считают, что вся забота за кожей сводится исключительно к каждодневному умыванию, увлажнению и периодическим скрабированием. Естественно, минимум это тоже результат, но как показывает проводимые клинические испытания в сфере современной косметологии, в нашем мире стрессов и негативного влияния других внешних факторов нашей коже требуется постоянное питание. Это и витаминное обогащение, и пополнение дефицита минеральных компонентов и нутриентов. Маска альгинатная с экстрактом огурца и овсянки включает в свой состав 100% природные компоненты. Морской коллаген, альгинатный комплекс, экстракт огурца, гидролизированный протеин овса. Косметические свойства таковы: защитное свойство, устранение жирного блеска на лице, увлажнение, питание, витаминизирование, отбеливание, устранение пигментных пятен, лифтинг, омоложение, антивозрастной эффект, упругость. Маска содержит в себе одно из самых полезных для нашей кожи веществ – альгиновую кислоту. Именно ей мы во многом обязаны антивозрастным действием. Второй уникальный компонент маски – экстракт огурца. Его наличие позволяет в разы повысить процент насыщения кожи влагой, так что профилактика дефицита влаги, отбеливающие и успокаивающие эффекты – это лишь тот минимум, на что он способен. Ну и, наконец, овсянка. Этот уникальный продукт полезен не только для английских гурманов, но и нашел весьма успешное косметическое применение. Бархатистая, гладко увлажненная и упругая кожа. Спасибо овсянке! Вот такой коробочке мы отправляем альгинатную маску с огурцом и овсяными хлопьями нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!